Привет, Муслим. По результатам голосования ты стал лучшим игроком лета. Какие у тебя впечатления? Какая у тебя была реакция, когда ты узнал о том, что ты лучший? Здравствуйте. Я очень рад, что они проголосовали за меня. Я с первых дней чувствую их поддержку. Спасибо им огромное. Ты являешься одним из самых опытных игроков Сатурна. Чувствуешь ли ты ответственность? Приходится ли тренироваться в два раза больше? Да, конечно, приходится в два раза больше тренироваться. Стараюсь направлять молодых и помогаю им. Конечно, приходится вкладываться по максимуму, так как чувствую ответственность на поле. Сколько процентов времени занимает у тебя футбол и какой у тебя стиль жизни? Футбол — это и есть стиль жизни, так как у меня есть мечта добиться высоких результатов. Я думаю, 80% занимает футбол в моей жизни. Ближайший матч у вас будет со СКА Хабаровск. Какие у тебя ожидания от этого матча? Может быть, какие-то установки? Мы не должны терять очки, но мы максимально настроены на победу. Но соперника нельзя недооценивать. Спасибо большое, Муслим. Нам было приятно с вами пообщаться. До свидания. До свидания.